Если вы когда-либо задавались вопросом, какая же криптовалюта в мире самая быстрая, с выходом обновления Cobalt транзакция у нас будет длиться всего одну секунду, и вместе с капитализацией повышается еще и ее стоимость. В общем, сплошные плюсы. Всем приветики! Сейчас на рынке криптовалют происходят некоторые изменения. Если сказать более точно, то они касаются монетки XRP, которая раньше была монеткой Ripple. В общем, эта монета получила обновление, и теперь, благодаря этому обновлению, она активно интегрируется в банковскую систему, и мы считаем, что благодаря этому в будущем эта монета будет очень широко, максимально широко использоваться наравне с биткоином, и уже сейчас она занимает одну из лидирующих позиций на рынке, и мы думаем, что это далеко не предел, и поэтому мы решили делать отдельную рубрику, которая будет касаться именно XRP. Будем там рассматривать все, что с этой монетой связано, новости, какие-то свои мысли на этот счет, не знаю, все, что касательно обновлений. В общем, будем за ней следить внимательно. И сегодня будем о ней, как вы уже поняли, говорить. Итак, в течение нескольких месяцев у Ripple выйдет новая технология под названием XRapid, которая значительно изменит правила игры. До сих пор многие банки и финансовые структуры во всем мире использовали технологию XCurrent, и сейчас с выходом технологии XRapid у них появится возможность использовать также токены XRP. И если это все действительно произойдет в течение нескольких месяцев, тогда монетка XRP получит свое глобальное распространение, и ее цена, и ее капитализация взлетят буквально до небес. Плюс ко всему, XRP станет действительно единственной монетой, которая получит свое мировое распространение, и люди в этом случае увидят, что это действительно работающий продукт. Конечно, люди спорят о том, какая именно валюта лучше, у одних свой вариант, у других другой, но сейчас создается впечатление, что реальные шансы получить, так скажем, мировое господство имеет только XRP. Что касается новостей об этой новой технологии, сейчас действительно известно только то, что она запустится в ближайшие месяцы, и больше неизвестно ничего. А теперь давайте поговорим о проекте Codeus. Для тех, кто не в курсе, это одна из самых первых платформ для смарт-контрактов. Это также технология от Ripple, но они не стали ее использовать в свое время, потому что посчитали, что она не получит своего развития, и смарт-контракты тоже не получат своего развития. Однако эфир позаботился о том, чтобы смарт-контракты все-таки получили свою популярность, и поэтому Ripple решили возобновить свой проект под названием Codeus, и возобновили его буквально несколько месяцев назад. На этой платформе вы также можете создавать смарт-контракты, и она практически ничем не отличается от платформы Эфира, Трона и Stellar. Команда биткоина пыталась инициировать некоторые смарт-контракты на своей платформе, но биткоин достаточно глючный, и в конце концов люди решили использовать для этого дела другие платформы. Именно по этой причине такие платформы, как EOS и Эфир, стали лидерами, но когда окончательно доработают Codeus и его запустят, по некоторому мнению, можно сделать вывод, что Codeus займет доминирующие позиции благодаря скорости транзакций, которую может ему обеспечить Ripple. До сих пор нет официального заявления по поводу точной даты, когда запустится Codeus, но разработчики Ripple говорят о том, что при всем при этом все будет работать просто идеально, и именно по этой причине им потребовалось 1,5 или 2 года, чтобы все прямо отточить на максималочках, все вылизать вообще и заявить в итоге о выходе XRapid. Ripple является многомиллиардной компанией, а такая компания не может просто заявить о выходе нового продукта и понадеяться на то, что все будет работать идеально. Они должны быть в этом уверены, и именно поэтому уже несколько месяцев они дорабатывали свой продукт вот именно до идеального состояния. Ну и помимо всего этого выходит апдейт Cobalt для XRP. Это обновление позволит коину XRP стать еще быстрее, чем сейчас. Если вы когда-либо задавались вопросом, какая же криптовалюта в мире самая быстрая, вводили этот запрос в Google, то именно у Ripple есть для вас ответ на этот вопрос. Потому что эти наглецы на своем сайте прям так и указали: самая быстрая криптовалюта в мире, и вместе с этим прилепили список, где указана скорость всяких транзакций. Также на их сайте указано, что на данный момент в секунду у них проходит 1500 транзакций, но если оно того потребует, это число может быть увеличено до 50 тысяч. И если у Ripple ваша транзакция занимает 3-4 секунды, то у биткоина это время составляет от нескольких минут. Когда мы периодически отправляем биткоин, транзакция занимает обычно 10-20 минут, и за эти 10-20 минут можно перенервничать и посидеть, потому что ты будешь сидеть и думать о том, а дошли ли вообще мои деньги до адресата. Если сравнивать с биткоином, прикиньте, насколько круто, что у Ripple скорость транзакции составляет, ну, максимум 8 секунд, даже если что-то там застопорится. И
еще выйдет обновление Cobalt, и эта скорость увеличится еще сильнее, и поэтому, прикиньте, транзакция, которая длится одну секунду для мировых переводов. Конечно, у вас может возникнуть вопрос, зачем вообще нужны трансграничные переводы, ведь за эти 3-4 секунды стоимость криптовалюты уже может поменяться. Но, во-первых, с выходом обновления Cobalt транзакция у нас будет длиться всего одну секунду. Во-вторых, как мы уже говорили в предыдущем видео, возможно, к 2020 году рынок криптовалют значительно урегулируется, все станет уже не так сильно скакать, и вполне возможно, что изменения в цене за один день будут составлять, ну, максимум пару процентов. Также Ripple планирует создать инвестиционный фонд, из которого они будут выделять средства тем людям, которые захотят создавать какие-либо проекты на базе их монеты, и тем самым будут дополнять инфраструктуру XRP. Поэтому, если у вас есть какая-либо идея касательно XRP, либо вы можете привнести что-то новое в их инфраструктуру, смело обращайтесь к ним, и, вероятнее всего, они выделят вам на ваши идеи некоторые средства. Так делают не только Ripple сама по себе, потому что идея очень крутая. Представляете, вы таким образом, во-первых, привлекаете себе новых разработчиков, во-вторых, вы максимально расширяетесь, и при всем при этом, если соотнести вложения и полученный результат, ну, вложения у вас будут не такие уж и большие. Плюс ко всему, через эту монету протекает большее количество денег, соответственно, повышается ее капитализация, и вместе с капитализацией повышается еще и ее стоимость. В общем, сплошные плюсы. Для того, чтобы рынок максимально урегулировался и перестал скакать, его общая капитализация должна составить триллионы долларов, потому что при таком раскладе китам станет уже сложно им манипулировать, соответственно, скачки будут меньше. В общем, мысль вы поняли. И вот вам вишенка на торте. Ripple планирует объединить 3 своих проекта. Я напоминаю, это XCurrent, XRabbit и еще XVIA. О нем мы поговорим в других выпусках. Под своей монетой XRP, соответственно, цена XRP и ее капитализация взлетят вообще прям в космос. Будет все очень круто. И многие, конечно, из вас думают, что все это скам, это централизованная монета. Но и фиг бы с ним, потому что над этой монетой трудится многомиллионная компания, в это вкидывается очень много средств, плюс это действительно качественный продукт, и поэтому не будьте глупцами, не упускайте Ripple или XRP, из поля своего зрения обязательно за этой монеткой следите, я думаю, вы не останетесь в проигрыше. Ну и на сегодня это все, продолжение по этой теме у нас обязательно, как я уже и сказала, будет. Спасибо вам за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, оставляйте комментарии, не забывайте про мой инстаграм. Всем до свиданечка. Спасибо, что ты включил фонарик.